Когда-то, в древнюю старину, в 19 столетии, Карл у Клары украл корабль. Но благородная Клара Цеткин не стала красть у Карла Маркса ни кларнет, ни даже капитал, а наоборот, подарила всем мужчинам еще один выходной в начале весны. Итак, сегодня все политики празднуют 8 марта, день большей и лучшей части их электората. Как писал один зарубежный поэт, умом Россию не понять. Поэтому и не пытайтесь. Сейчас знаменитая иностранная певица отдаст нашему любимому политику свой голос. Свое несравненное колораторное меццо-сопрано. Проявил очень быстро, вздрогнул цивильный столбанный мир. И боялись уже террористы заскочить на минутку в сортир. И от взгляда премьера вздрогнул каждый чиновник. Ах, какие манеры! Ну, настоящий полковник. Манеры, ах, какие манеры, ах, какие манеры. Ну, настоящий полковник. Проходите в Багдобусту еще, и войска получают приказ. Все подробности этой зачистки знает лишь опустевший Кавказ. Задрожал уголовник, понял даже учебник. Но не просто полковник, он настоящий преемник. Полковник, он не просто полковник, он не просто полковник, он настоящий преемник. Навіть дивно, лише підполковник, а вже майже президент. А я ж цілий генерал. Знаєш, Кирилович, якщо б он дослужився до твоїх чинів, то теж забув би, як виглядить живий збиратель. До речі, Андрійович, а в тебе які враження від сусідського виконуючого обов'язки? Дуже добрі. Він мене тепло привітав, дав на мою честь урочистий обід, а потім підняв питання наших боргів. Ну, а ти що? Все по протоколу. Обід їв, а борги не визнав. Да и правильно, Витя. Долги не признали, будем богатыми. Цікаво, як там справа у нашого друга Зюгана? Да оппортунист ваш Зюган. Ему сделали предложение, от которого он не захотел отказаться. Яку таку пропозицію? Занять на выборах почетное второе место. Да. От такого предложения действительно трудно отказаться. По себе знаю. А сейчас мы перенесемся в колыбель нашей государственности. Как вы уже догадались, речь идет о Беловежской пуще. Хотя три беловежские зубра уже сошли с политической сцены, но и сейчас на партизанских тропах можно встретить настоящих динозавров. В заповедных лесах, где Шушкевич живет, где скрываются члены народного фронта, отдыхая от дел, батька зайцев пасет. А потом день зарплаты выдает их народу. Отдыхая от дел, батька зайцев пасет.
Кошкиным зайчиком безвалютного коридора. А у него для них валютная стенка. Шаг влево, шаг вправо, попытка к бегству со всеми вытекающими. Для банкиров, разумеется. Цікаво, а скільки депутатів у білоруському парламенті? 110. А скільки з них підтримують свого, так сказати, президента? Та всі 110. Бачиш, Степанович, яке в нас велике правове поле для конструктивної взаємодії між гілками влади. Та, до речі, скільки білоруських виборців підтримало на референдумі цю парламентську реформу? 110%. Як всім відомо, ми, на відміну від батьків, зробили європейський вибір. Але останні цифри мені чомусь подобається. Часто наші жінки інтересуються, яка ж древніша мужська професія? Отвечаю, політик. І ще древні греки говорили, яка ж політична гетера мечтає стати валютною. По просьбі президента одної з стран СНГ виконується його любима пісня о його любимому законодавчому органі. Ты служишь украшением страны. Это Совет Европы. Подаюсь. Любой, кто заплатил, имеет все право. Закон управку для него внесут. Парламент, парламент, парламент. Як мотыльки сюда политики летят. И фракции словно путаны. На панелі політичної стоя. На панелі політичної стоя. Ми сьогодні много говорили о женщинах і політиці. Так пожелаем, чтобы мужчины політики всегда помнили, что рядом с ними работают політики женщины. А всем політикам вместе пожелаем не забывать о своих избирателях, среди которых женщины составляют 53%. Що відбувається у світі? Просто весна. Просто весна? Полагаєте ви? Полагаю. Сонце по льготним тарифам теплом согріває. Ваші потухшие ранні порою дома. Что нам советуют классики? Следует вшить красные флаги и транспаранты в стихах. Вы полагаете, что это нам пригодится? Если советуют классики, следует вшить. Следует жить и поднять испытания тьму. Но не считает в потере время короля. Тех, кто любого коня на скаку восстановля. И без раздумья в горячую инфу войдет.